Hey, all guys, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить серию игр Steam World Dig. Это у нас вторая часть. Ну, давайте начнем. Создать игру. Легкая либо средняя. Давайте я на легкой не буду. Хоть средняя. Чисто играю на среднем. Типа нелегко, зачем нам легкая? Играем на среднем. Механические вороны. Это если что, девчуля из первой части у нас. А, так, пропал Расти. А, обратитесь, хоть Ван Тайл, контракт Дорти. Короче, обратитесь к Дорти МакКрэнк. А, Дорти МакКрэнк — это вот эта девчуля. На куда же ты пропал, Расти? А, давайте сразу. Что у нас изменилось? У нас изменилось то, что мы появились уже на поверхности. Ну, хотя в первой части мы тоже появились на поверхности. А немного изменилась графика. Именно по блокам. Она стала более... похоже на задники почему-то. О, мы можем с вами... ну, блин. Здесь не очень красиво выглядит это карабкание. Ладно. Эл-Махина. 1 метр. Читать. Требуются шахтеры. Следуйте далее на восток. К Эль-Макино. И откопайте свое счастье. Ну, давайте пойдем туда. Так, ага. Так, я могу копать. Ну, понятно, блоки, что это не ломается. Здесь я могу копать. Ну, это логично. Мы с вами просто можем запрыгнуть. Запросто легко. Так, что это за звуки? О, тут немного земля, вижу, обваливается. Она не хотела быстро бежать. Ай. Да что тебе? Свет погас. Сломался. Ого. Это еще что за место? Нужно смотреться, а тут и найти другой путь наружу. А зацепиться я, как понимаю, не могу, да? Ну, сразу же, давайте с параллели будем проводить. А, у нас изменился немного интерфейс. Так, ну, понятное дело, что это у нас те же самые... я не знаю, по звуку нормально меня слышно или нет. Ну, не... ладно, потом я посмотрю. Интерфейс. Интерфейс, походу, остался тот же. Так, что у нас? Инвентарь. Ох ты. Даже так. Давайте, ладно, к этому немного попозже. А, кирка, хорошо, показана слева наверху. У нас теперь место полосочек, да? Сердечки. И изменился немного индикатор энергии, ну, света, так сказать. С правой стороны у нас какие-то шестеренки и монетки. Тогда у нас были монетки и сферы. Теперь у нас только монетки и шестеренки. Хорошо. Теперь, я как вижу, у нас есть карта с вами сразу же. Так, это нахождение Дорти, дверь есть, труба, пещера. Пещеры пройдены. И миссия. Так, значит, теперь у нас есть какие-то промежуточные проходы, куда мы можем заходить. То есть, пещера имеется в виду. Ну, это в первой части это были просто между локациями. Всего сколько было? 3 локации. Первая — это мир людей. Второе — это у нас был механический мир. Трубы — это у нас быстрое перемещение на поверхность. Так, ну, приблизить, одолеть. По карте, кажется, если не ошибаюсь, но сразу была в первой части. Да, она была, но она у нас была просто ровной вот такой. А здесь, как вы видите, можно смотреть в сторону. Ресурсы. Это, походу, мы можем только на 12 слотов расширить это все дело. Ох ты, вот это что-то новенькое. Модификации у нас появились. Довольно много предметов. Разбитый фонарь. Ступень нулевого фонаря освещает все вокруг. Расходует горючее. Запасы можно пополнить в городе. Ага, в городе, значит, у нас пополняется свет. Светлое солнце, пламя. Ну, короче, понятно, это апгрейд. И это, походу, апгрейд за шестеренки. Потому что снизу ячеек, походу, показываются шестеренки. Что еще есть? Артефакты какие-то. Пока нету. Вы пока не находите. Так.
находили артефактов. Когда найдете, они появятся здесь. Собрано 42. Хорошо. Ложность, самоуничтожиться можно. Ладно, давайте копать. Я не знаю, куда это нас все дело приведет. Ага, бить я в прыжке не могу. Но это то же самое, что было у нас в первой части. Так, это блок немного посложнее. О, сразу светило так все. Так, блок, который ломается подо мной. И хпшки. Теперь у нас хпшки так, да, выглядят? Так, ну, в принципе, я мог пробежать туда. Но я не уверен... Подожди, карта М есть? Блин, мне постоянно эскейп нужно нажимать будет. А логично, что нам нужно прямо. Давайте немного пойдем в сторону. Так, тут тоже как проход. Ладно, давайте используем рычаг. А. Ничего себе. Ну понятно, нажимная плита, это у нас теперь даже, видите, есть, так сказать, ловушки. Так, ну это понятненько. Хорошо, что вот у нас по карте. Приблизить. А мог... почему я больше приблизить не могу? А, мне предлагают вниз, но здесь тоже что-то идет такое довольно массивное. Ой. А если я верну... А, мне уже вернуться обратно не удастся. Есть вода, я могу в ней... Она замедляется в воде. Ага, даже так. Мне, походу, нужно вот эти блоки сместить вниз. Да? На, поставить, на, так сказать, на формочку. Давайте тогда копать вниз. Вау, точно стоять. А, даже так. То есть, эти блоки полностью ломают все вниз. Добро. Так, ну, походу, мы поставили только несколько, да? Так, ну этот стоит, хорошо. Сверху здесь нету платформ. А, скорее всего, урон я снова же от прыжка, ну, от падения получаю. Не знаю, мне показалось, что это нужно было поставить на... Так сказать, на блоке. Снова я могу сюда... Блин, я вот не знаю, я могу туда попасть? Вот если не останавливается. Карта. Давайте в эту сторону. Так, ладно, сразу ловушку перепрыгиваем. Вау. Попал в сердце. Хорошо, здесь какое-то устройство стоит. Ага, она сразу в него залезла. Какая-то огромная машина. Так, беговая гидравлика. Удерживать shift. А, ребят, это получается у нас местные... Так, вот это какие-то шипы. А это у нас, можно сказать, местные... Местные порталы, как у нас были в первой части порталы. Но здесь у нас не порталы. Так, хорошо. Нужно сразу смотреть наперед, что у нас тут еще есть. Так, копать я могу, тут есть секретки или как это все делается. Так, двойной прыжок. Ну, понятно, что... Ой-ой-ой-ой. Мы будем в основном юзать бег для быстрого передвижения. А, мне обязательно это нужно нажать, ладно. Ну, то есть, вы понимаете, я сделал круг, считайте, если так. А, не, смотрите, там есть проход куда-то. А видите там... Давайте вернусь, может быть. Сейчас попробуем. Это ж время. Это время. Да, это время. Но, камон, мы должны посмотреть, что у нас изменилось, типа... Как говорится, все время, что время. Да, здесь блоки есть. А, я их сломать не могу. Вот в чем дело. Я думаю, в чем дело? Я их сломать не могу. Я их, оказывается, просто сломать не могу. Тогда, значит, нам нужно будет потом сюда вернуться.
Главное не забыть. Ух ты, как я могу высоко прыгать. Стой. А если я тут... мне, походу, там нужен двойной прыжок, либо что-то наподобие такого. То, что я с помощью разбега туда не допрыгну. Окей. Побежали тогда сюда. Свободные камеры, как я понимаю, у меня тоже нету. Окей. Мы можем отскакивать от воды, что немного бафает нас. Что немножко, можно сказать, нас поднимает по уровню. Так, значит... Блин, ну такой на самом деле немного. Можно еще походу то... Блин, а здесь снова такая же стена, которую я не могу сломать. Но туда можно попасть. И сюда тоже можно попасть. Блин, а так получается не выходит, да, у нас? А если так, подождите. О, получилось. Опа, открытая секретная зона. Так, здесь квадратик. И мне дали шестереночку. Хорошо. Так, бежим, бежим. Плюс ХП. Фанатик какой-то. О, великий путеводный свет. Восияй нам. Да, может греться в моем разрушенном сиянии. О, счастье. Нас ждет великое вознесение. Так, нам сразу показали местных врагов. Это уже не просто жуки. Я... В... Яблочко. Ха-ха-ха-ха. Ух ты. Что там происходит? Как мило. Еще один на паломник. Я ж не паломник. Но я не... Готовься испариться. Пиу-пиу. Так, это, походу, у нас местный босс. А, я... О. Ух ты. Парень. Так, хорошо. Ну, голова это понятно, слабое место. Довольно легкий босс. И самое удивительное то, что вначале нам дали босса. То есть его можно затычкать просто... Ну, у него в три фазы замечем. Заметим, да? Все. Хм. Какой-то 8-битный персонаж. Эй, а, спрайт. Эй, чокнутый фанатик, я тебе сейчас освещу. Я же говорю, я не фанатик. Да ну, вы будто для меня все на одно лицо. Ты смахиваешь на спрайта Векторна. Как так может быть? Мой друг Раси уничтожил Векторна. Векторн, да, Векторн. Прежде чем сам пропал. Секта украла меня и... Так. Подрубила сюда, чтобы поклоняться. Хотел, чтобы я их испарила. А, это то есть ты еще женского врода, да, испарила. Вас несла. А я без амулета с этим не справлюсь. И что нам теперь делать? Ну, лично я собираюсь наверх в большой город. А говорят, там видели Расти. А в город говоришь? Ну ладно, раз ты так настаиваешь, придется пойти с тобой. Эй, ты, что творишь? А ну прочь, с моего. Тропки, с моей топки. И что? Плавать тут в тоске и одиночестве? В тебе в... Так. У тебя в топке тепло и уютно. А под... Так. Подкалывать тебя очень весело, хихи. Ржать тебе знаешь. А, у меня нет времени на это, мне нужно выбираться отсюда. Хихи, кажется, тебе все-таки нужна моя помощь. Эта область уже просканирована, так что, полагаю, ты можешь воспользоваться моей картой. А теперь давай выбираться отсюда. Ах, ладно, пошли что ли. О, смотрите, у нас появляется с вами карта теперь в правом углу. Окей. Теперь у нас есть с вами, так сказать, напарник. Что мы не одни.
Что еще можно такого? Ну да, теперь немного поспокойнее, потому что у нас сразу есть с вами карта. Еще можно отметить. Давайте насчет сюжета. Что по сюжету? Расти — это главный герой первой части. Он пропал, потому что он спустился в самый, так сказать, низ, в недра земли. Встретил там типа наподобие отца или что от него осталось. Вот значит, как оно наверху, светло. Эй, у тебя клевая карта, можешь по ней кого-нибудь найти? И хотела бы, не нашла бы. Ты мне напоминаешь светляков из папиной истории, они были просто феноменально противные. Буду звать тебя Феномен. Фен, для кратности. Я Дорти, можно Дот. Ну и ладно, полезу-ка я назад греться. Разбуди, как будет что-нибудь интересное. Так, я вижу там лестничку, куда можно попасть. Механикс. О, я еще вижу стоять шестерню. А, ну я ее... Да, я ее не смогу сейчас добыть. Так, насчет сюжета я же рассказывал. Мы встретили своего отца или что от него типа осталось. После чего... Ой, это что? Вау! Это кактусы. Или это бомбы? Встретили отца или что от него осталось. Потом он... Мы с ним сразились, это был босс. В игре он был единственным боссом на самом деле. Но мы его победили и нам дали конец. Типа, пещеры были закрыты, Расти пропал, потому что их засыпало. А Дорти, эта девчонка, за которую мы играем, решила пойти в поисках его. Ну, в конце, конечно, нам показали, типа, когда титры шли, то, что идет Расти на самом верху по пустыне, и у него синие глаза. Ладно, говорить. А, торговец Карсон. Ржа, меня ешь. Если это не Дорти Макскряк. Мистер Карстон, я уже не думаю, что встречу знакомых так далеко от дома. Ну что, как там делишки в вашем Тамблтоне? Слухи разные ходят. Опа, появился диалог. Как-нибудь потом. Давай я расскажу. Все началось с прихода Расти. Он накопал в шахте кучу всего ценного и привел в город к процветанию. Но потом внизу он обнаружил какую-то странную технику. Он объединился с ней и стал сильнее. Да и уже при... Так, переходи к самому интересному. Ладно. Оказалось. Источник таинственной силы опасен для всех нас. Он одолел его и спас нас но после этого исчез. И с тех пор я его ищу. Один путешественник, увидел мои объявления о пропаже и сказал мне, что Расти видели в шахте в Эль-Макином. Да, классная история. Сейчас лифт города сломан, придется тебе лезть вверх самой. Я, кстати, тоже скоро там буду. Заходи, если тебе понадобятся детали. Понадобятся детальки. Опа! Купи их, чтобы легче было в шахтах. Значит, их можно будет купить. А я еще посижу здесь, да, на старом. Так, принуждаем отдохнуть, прежде чем поднимусь в город. А пока иди, пока так, ты рассказать мне. А, пока я жду, может, ты расскажешь мне, что случилось с Тамблтоне? Все начал. А, ну это то же самое, да? Что еще новенькое? У нас появились довольно диалоги, да, у нас появились такие разновидные диалоги. Если брать под расчет, когда мы с вами проходили первую часть, диалоги только были, когда мы находили какие-то предметы, апгрейды для персонажа. Теперь мы можем говорить с ними, когда с ними можно поговорить, и над ними теперь показывается значок. Это то, что с ними есть диалог. Леди Бобертли. Из-за землетрясения лифт просто оборвался. Окей. Ой-ой-ой. Кто-нибудь разбился? Что вы как можно? Что ты за ужасное создание? Эй, а создание слышу. Будь у меня мой амулет, я бы испарил тебя на месте. Но кем бы ты ни был, тебе стоит получить манеры. Пожалуйста, простите нас, мэм. А Фен неплохо ориентируется в наше сообщество. Так, нам, походу, нужно наверх. Ну и пойдемте. Почему нет? Так, знаете, у нас с вами уже 20 минут геймплея, но тут довольно много
новенького. О, значок про предупреждение. Так, разбег взять. О, поговорить с феном, ничего себе. О, что за вид? Хочешь поближе посмотреть? Поговорить? Давай, подойди ближе. Ближе. Бандерлоги, хи-хи. Я ж понимаю, если я пойду ближе, я упаду, поэтому нет, сори. Я могу разбиться насмерть, что довольно... Хотя, если у меня будет способность... Фу, я понял, это у меня зависло так. Так, это лифт. Каменные ступенечки. И Малхинга, популяция 100 человек, жителей. Эй, там, всем успокоиться. Вообще-то из-за этих землетрясений стоит волноваться. И... Так, это профессор Шерман. Я вам уже говорил, а мой сейсмограф выдает очень странные показатели. Мэр Мик Йокникер. Есть вещи и поважнее, например, поддерживать поток руды. Мамаша Майнкер. Дубина, чего эксперимент не... Так, экспериментов не слушаешь. Экспертов. Ну, мам, мы... Эти мне эксперты с фактами, они за камнями шахты не видят. А что насчет того парнишки в красном шарфе, что в шахте ту залез? Да так и не вернулся. О, это скорее всего о том, они говорят о нашем друге. Я поставил охрану, чтобы больше никто не пропал. Так, давайте рассуждать здраво и помните, самое главное, Мэрия тут ни при чем. Мудрая... Так, дурная башка. Я понял, мудрая башка. Я дурная. А шахтер с красным шарфом? Это Расти. В кои веки зацепка. Мне нравятся эти землетрясения. Никто так и не красит... Так, не красит приключения, как хаос и неразбериха. Нужно поговорить с мэром и получить пропуск в шахту. Так. Ну, смотрите, у нас здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 жителей. Так, это задних, походу. Добрый день, я опаздываю на полировку. Жалобы оставляйте в кабинете. Если что, насчет землетрясения, можете не беспокоиться. Обычное явление в этих местах. Я не жаловаться пришла. Мне нужен доступ в шахту, чтобы найти там пропавшего бота. Ха. А мне нужно, чтобы шахта снова заработала. У тебя даже фонаря нет. Ты скорее сама там потеряешься, а мне это совсем не кстати. Только не перед выборами. Я же сказал, есть зона безопаснее. В шахте так. Слева от лестницы. Хорошо. Если накопишь руды на новый фонарь, охрана так пустит тебя в большую шахту. Хорошо. Так, это у нас разговор с жителями. Я работаю в шахте, столько себя помню, детка. Но такие землетрясения не видела. Я бы и сама слезла, посмотрела, но посмотри на меня, я уже не шахтер. А что с вами случилось? Ох, это бы несчастный случай в шахте. Если бы. Потратила я кучу деталей на моей сценке недоумков. Главная моя ошибка в жизни. Кука. Так, теперь с тобой, да, можно поговорить? Привет. Это ведроиды. Вижу, у тебя фонарь сломан. Мне кажется, что не стоит бродить в темноте, особенно когда тут эти обвалы. В общем, если тебе нужно в шахту, то лучше бы починить твой фонарь. Можешь использовать мою мастерскую, если хочешь. Окей, у нас, значит, работать в мастерской. А что ты хочешь сделать? Улучшение шестеренки. Давай улучшение. Я могу улучшить фонарь за 6 баксов. Шестеренки. Ну, это все закрыто. Подожди, у нас еще что-то... Опа-на! Карта. Показывай, где вы были и куда идете. Все, что вам нужно, это план, дорожная карта и смелость идти в цель. Отметки на карте. Показывает на карте отметки. Направление, целях вашей миссии. Если вы не любите, когда вам указывают, включите эту модификацию. Не знаю... Так, не знаю. Ребята, я сам здесь впервые. И модификация закрыта. И эта модификация... Беговая гидравлика. Чтобы бежать, удерживайте приют. Так, еще чуть-чуть и быстрее, и мы обгоним время. Походу, это... А, или не что, я не понимаю. Типа, только фонарь. Кирку, скорее всего, да, я смогу модифицировать.
Это кто? Знаешь, мэр Йонкер, дубина редко, но тут он прав. Нам нужен поток руды. Это клешнишский Джон. Клешнеруки Джонс. Говорят, он так извелся из-за руды, что аж волосы ржаветь начали. Что до меня, я всегда рад любой руде, от любого шахтера при любых обстоятельствах. Это уборная. Пенни Чайнкс. Чайнкс. Круто, ты смахиваешь на бота провинциала вроде меня. Как мило. Мне было так одиноко в последнее время. Деревенщиной себя чувствую. Мне это казалось, это из сортира потянуло, а это деревенские тут ходят. Искорка твоя верно говорит. Не гожусь я даже для большого города. Фен, ты можешь для разнообразия быть чуточку вежливее. Вдруг тебе понравится. Сомневаюсь. Окей. Так, а ты у нас? Дэви Биттенборн. Честное слово, от этих землетрясений столько проблем. Мэру нужно послать кого-нибудь разобраться с ними. А что если эти сокровища разобьются? Даже подумать страшно. Похоже, тебе очень нравятся драгоценные камни. Нет, я говорю о настоящих сокровищах, удивительных и загадочных артефактах. Они прекрасны, и за каждый стоит захватывающая история. Если найдешь какой-нибудь артефакт, то покажи мне его, пожалуйста, и я буду очень благодарен. Ладно, буду высматривать что-нибудь интересное. Превосходно, я дам тебе чертеж, если ты принесешь еще не менее одного. Окей, нам нужно сюда, да? Это City Mine, то есть шахтный город. Так, хорошо. Здорово. Карл Армстронг. Армстронг, что-то знакомое, ладно. Постойте-ка, девушка. Я вас не пропущу без надлежного источника света. Мне же просто друга найти нужно. Можно я один глазком взгляну? Да, пусть заглянет, может она даже вернуться сможет. Или нет. Я так понимаю, у нас еще один шахтер пропал. Лезть туда на ощупь слишком опасно, может лучше... Так, покопаешь руду в освещенной зоне. Хорошо. Давайте покопаем руду. Так, это... Вау. Нужно быть внимательной. Так, какие-то драгоценные камешки уже вижу. Не, ну смотрите, ну кирка у меня плоховато. Оу! Тихо! А, все-таки это жуки, но они атакуют. Так, уровень. Да ладно, здесь есть... Серьезно? Здесь есть level up? Усорий. Кровавий. Ничего себе. Это прикольно. Собрать 6 бочей. Ну давайте мы типа с вами до конца все выкопаем. Потому что мы кто с вами? Правильно, шахтеры. А это значит, что? Правильно, нужно все докопать. Не оставим ни одной руды. Мусори. Ну, у нас тоже в первой части, да, тоже было в начале там мусори. Но то, что из врагов падает теперь руда и враг атакующий, вот это что-то новенькое. В первой части у нас только атакующие были, это зомби. Здоровяки, да. Потом... Динозавры, ну это которые роботы этим, как они называются, роботы динозавры. Кто еще там нас атаковал? Специальные глаза и мины, враги мины. Если хочешь спуститься вниз, тебе нужно починить фонарь. А что в шахте и правда такое опасно? Ну там ползет всякое зверье, но зато я бомжей давно не видела. Мы старшенькие ремонтировали стены, что эти двуногие не лезли. Во время бомжатской войны я была совсем юной, ну ужас, так, ужасы помню до сих пор. Ну, внизу, так, стоит быть ко всему готовой, детка. А бомжи, это имеется в виду жители. Так, метал... Hard Metal. Ладно, давай с тобой. Эй, поделишься со мной чем-нибудь блестящим?
Ого, теперь мы с вами вот так закидываем деньжата, да, нам типа подписывают. А весь город гудит, что у нас есть новый бот-шахтер. Я тут вообще-то еще кое-кого. Такой скромный, в красном шарфике. Знаю такого, выглядел на все 100, а на деле ничего особенного. А обратно так и не вернулся, понимаешь? Надеюсь, ты справишься с этим получше, детка. Так, а, это ты хочешь сделать? Так, давайте мы фонарь починим. Опа, и у нас сразу с вами открывается улучшение. Железная кирка увеличивает, чтобы повысить ее эффективность, открывает модификацию пик охотника. Так, мешок из коровьей шкуры. Каждое улучшение добавляет по ячейке для 17-й короды. Смерть со скидкой. Базовый инструмент шахтера, только для настоящих укротителей. В скобочках большими, так сказать, крот. Светит больше, потребление меньше. Это следующее описание. Это у нас описание всего, что нам надо. Ну, я думаю, не стоит читать наперед, да? Ух ты ж, ё-моё. Это, походу, чертежи нам нужны для этого. Отлично, ботинки. Правда, я их улучшила в одной машине под пустыней. А дополнительно, беговая гидравлика очень ускоряет движение. Модифицированное снаряжение на станции. Отличная вещь, правда? Что так? Лучше спускайся... Так, спускайся назад. Чё? Что так? А, то есть, вот. Их можно по всей шахте найти. Они очень-очень старые. Мы не знаем, кто их построил, но для нас они отлично работают. Со временем шахтеры построили вокруг них станции. Про некоторые мы знаем, но шахта гораздо-гораздо больше, чем мы успели освоить. Мне приходилось читать о других станциях с интересными оборудованиями. Они прячутся в шахтах, которых нет на карте. Окей, значит, у нас даже так есть. Не, я типа могу, конечно, спуститься, но... О, у нас еще здесь есть проход куда-то. Давайте мы с вами что сделаем. Я сюда, ладно, так уж и быть спущусь. Поговорим с ним. Ладно. Походу ты готова к раскопкам. Так, вы мне разрешаете спускаться в шахту? Конечно, только покажи, как ты зажжешь фонарь. Вон там, и я открою люк. Осветить. Через некоторое время кто-то снова начал минировать туннели. Наконец-то я напал на след Расти. По мне, твой дружок должен был так или иначе пройти краснокаменный штрихон, или как так. Обычно туда можно попасть на пневмолифте. Но землетрясение завалило лифтовую шахту, и стоит расчистить штрих. Так что я открою люк, а ты спускайся вниз. Угу. И последнее замечание, мисс. Вы собираетесь исследовать огромный загадочный мир там внизу. Чтобы так отслеживать, куда вы направляетесь, можно использовать отметки на карте. Пожалуй, мне это нужно, мне это не понадобится. Как она работает? Давайте типа для полного такого. Вы, вероятно, уже обратили внимание на синие стрелки и крестики на карте. Если не пользоваться отмеченными, ваш путь может стать так, классическим приключением. Сами решайте, хорошо это или плохо. Но не волнуйтесь, отметки можно включить и выключать в любой момент. На вкладке «Модификация в мастерской». Так что скажите. Да я лучше оставлю на самом деле. Ха. Их использование свидетельство ума и зрелости. Включайте и выключайте отметки, и по собственному желанию это можно сделать. Хорошо, все большое. Так. Все больше не буду вас задерживать. Желаю удачи с причистой... прочисткой труб краснокаменные штреки. Ладненько, понятное дело, что нам... Ух ты ж, ёма. А слушайте, а спуск довольно большой. Ой, так он очень здоровый. Ладно, давайте, короче, вернемся, я думаю, наверх. Исследуем теперь правую сторону карты. Ну, так, сейчас еще сюда. А, так, а ты ведь уже слышала про забитые пневмошахты? Я не из болтливых, но говорят, мэр закрыл их, чтобы брать
Так, вы им отомстить. Кстати, давненько я их не видел. Я думаю, они начисто так шевелились, раз уж поставила им конкуренцию. А в кое веки напад... Так, понадеялся на этих лодырей. Так или иначе, пока шахты закрыты, я теряю деньги, понимаешь? Ну, я тебе их буду приносить, не волнуйся. Кто-нибудь бывал последнее время в краснокаменном штреке? С тех пор, как перестали работать пневмошлифты, никто. Если хочешь следовать всю шахту, придется идти этим путем. Попробуй сначала расчищу пневмошахту. Только учти, что там порода... Так, чем глубже, тем тверже. Тебе нужны будут приличные инструменты. А пневмошахта, это, походу, вот это, да? Так, привет. Приятно, что хоть кто-нибудь снова начал поставку руды. Расту над собой. А, расту над собой, не считай стычек со всякими противными тварями. Ну да, я это все говорю. Они все дергаются. Очень зря. И отправляюсь к краснокаменные штреки и посмотрю, можно ли починить лифт. Ты, главное, не прекращай таскать сюда руду. И тратить за так, заработок в городских заведениях. Ну, в принципе, все понятно, я думаю. Туда мы куда-то сможем с вами пойти. Поэтому давайте на этом с вами закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.